Что ж, дорогие друзья, есть такая вот луна. Смысла, я думаю, не будет к ней подлетать, потому что тут уже с орбиты, и мне и вам все прекрасно видно. То, что это практически та же самая, терраформированная под реальную луну. То есть кто-то просто взял и, может, пару, как говорится, изменил ямок и все. Ну, такая тоже есть. Выбирать вам, какая интереснее. Всем удачи, всем пока.